На два корпуса. Заменщиков Иван. Гудинов третий и завершает мальчиков, замыкает. Пока без изменений Горякин на первом месте. Вот ребята приближаются к этому месту. Горякин даже помахал рукой, но вот они все получше минуют. А парень сейчас продолжает вот здесь вот. На грязи. Море брызг. Фонтаны! Без изменений, Горякин первый, Мальцев второй, а вот Кудинов третий, мальчиков отчаянно ведет борьбу за третью позицию мальчиков. Но здесь все может произойти, в любую секунду ситуация может поменяться. Мы все видели, что произошло несколько минут ранее. Хотя будет курсы три круга. Три круга. В лидерах Горякин 246. Так он корпусом, так корпусом перемещает. Нет, слово. Агрегата на 4 поворотах. Неподобная грязь для квадроцикла. Проходимость у этого транспорта фантастическая, как вы сами можете видеть. Тем более... Тем более специальная резина у гонщиков. Приближаются к финишу участники второго заезда и смотрим, насколько я вижу, все без изменений. Сергей Горякин, 246 номер, завершает первым. Иван Маликов, второй. И посмотрим, кто третий. Хотя в сущности... Четвертый. Ну, в сущности, третья и четвертая позиция значения не имеет, потому что по два участника выходят в полуфинал от каждого заезда. Так что в полуфинале мы встретимся с Горякиным Сергеем и с Иваном Маликовым. Готовимся.